КНАУФ – это комплексные решения для любых помещений. Это комфортный дом для каждого члена семьи. Уют в доме начинается с КНАУФ. Третий тур Суперлиги богат на разнообразные дерби. В Мытищах состоялась подмосковная. И матч подарил массу приятных впечатлений. Но обо всем по порядку. Первый тайм прошел в равной борьбе. Хозяева больше владели мячом, а гости действовали на контратаках. На третьей минуте мяч влетел таки в ворота Густава. Отличился коренной мытичинец Сергей Руженцев. Ответ «Динамо» случился на 11-й минуте после того, как Фернандиньо завершил быструю контратаку гостей. 1-1. Потрясающий по накалу поединок включил в себя самоотверженную игру вратарей Залалетдинова и Густава. На 18-й минуте хозяева получили право на розыгрыш штрафного. Руженцев аккуратно скатил мяч Мурила, после удара которого снаряд влетел под перекладину. 2-1. Ответ динамовцев не заставил себя долго ждать. Через две минуты бело-голубые снова провели очень быструю контратаку, которую после паса Фернандиньо завершил Нанда. Затем были два нереализованных 10-метровых, а точку в первом тайме поставил Фернандиньо. 3-2. Этот гол один из самых красивых в третьем туре. Я считаю, что ничья не такой уж плохой результат. И я хочу сказать, что мы будем биться в каждой игре. «Динамо» – это команда, которая привыкла побеждать. И нас впереди ждут дерби с «Диной». И мы готовимся подойти к этим играм во всеорудие. В этом году мне очень повезло быть частью команды «Мытищи». И я хочу отметить, что игра против «Динамо» сегодняшняя выдалась крайне тяжелой. Однако я также хочу подчеркнуть, что игра была, безусловно, не только тяжелой, но и весьма красивой. И я горжусь голами забитыми, и в целом я очень доволен этим результатом. В середине второго тайма был удален Сергей Сергеев. Без одного из своих лидеров бело-голубым было сложно. Но все-таки динамовцам удалось в этом матче забить еще два раза. А самым полезным игроком в составе многократных чемпионов страны стал Фернандиньо. Бразилец в этом матче оформил хет-трик и два раза ассистировал партнера. Фух. Да, конечно же, с «Динамо» играть всегда сложно, но приятно, конечно, забирать у них очки. И в такой игре, честно сказать, в равной игре. Сегодня качели могли качнуться и в нашу сторону, и в их сторону. Вот. А так я, конечно, рад за ребят, которые сегодня показали свои мужские качества, морально-волевые, когда было тяжело, когда проигрывали, а мы проигрывали сегодня по ходу матча несколько раз, находили в себе силы идти вперед и сравнивать счет. Результат на табло 5-5, это значит, что команды получили по очку. Таким результатом, конечно, «Динамо» не может довольствоваться. Мы приехали за победой. Я считаю, что на протяжении всей встречи мы владели инициативой, не смогли реализовать свои моменты. В свою очередь соперник нас наказывал за любой просчет. И, в общем-то, думаю, что это результат, который заслужен. Проигрывая в концовке матча со счетом 4-5, хозяева взяли минутный тайм-аут, после которого выпустили пятого полевого игрока. Подопечным Максима Горбунова хватило нескольких десятков секунд, чтобы вновь сравнять счет. Точным ударом с фланга отметился новичок команды Мурила. До конца встречи обе команды пробовали победить, играя в 5 полевых игроков, но счет так и не изменился. 5-5. Результативная ничья двух подмосковных команд.